you are not complex. I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again. I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me. I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на сервере Мазин Ролеплей, первый сервер. Мой ник Кирилл Путбуль, и как вы поняли по названию ролика, сегодня у нас будет новая тачка в такси. Напишите обязательно в комментариях, надоела ли вам эта тема, потому что мне, честно, очень нравится, как бы, многие бомбят, типа, ой, хуйня, там, и так далее, но мне, в принципе, на это насрать. Некоторые там пишут, но в основном всем вам это нравится, как бы, тема с таксишками. И сегодня я поставил вот такую модель, наконец-то я нашел нормальную бэху, чуваки. Это единственная нормальная бэха из всех модов, что я искал, в принципе, и она подошла идеально сюда. Я до этого ставил тоже вот такую BMW, это BMW 325i, или, не, это 535i, да. 535i, это E34-34 кузов. Я до этого ставил BMW тоже BMW так, тоже 535i, только M5 и E34. У нее не работали фары. У нее фары не включались, поэтому я ее убрал и нашел вот эту модель. Это обычная просто Ешка, а то была М-ка. Ну, М-ка, конечно, смотрелась немного получше за счет бамперов, а так это прям очень тоже круто смотрится. Фары работают. Давайте откроем капот багажник. Думаю, все знают 535-ю, как бы. Это у нас тоже багажник вниз открывается, блин. Лол. У нее тоже, как у стандартной BMW криминалки, тоже багажник где-то, точнее капот вниз открывается. Так, багажничек вот такой обычный, в принципе. Ну, салон как салон. Ну, обычный салон. Ничего здесь такого мне нету в салоне. Мне диски очень нравятся. Вот диски прям огонь. Можете сами посмотреть, смотрите. Ну реально, эти диски очень идут, прям очень идут эти диски ей, и тачка прям смотрится охрененно. Диски прям подобраны подарочку, смотрите, прям, муа, четко. Давайте заведемся. Сервер, кстати, очень лагает, не из-за мода, а просто сейчас все сервера КРМП додосят, и поэтому все сервера лагают, в принципе. Сами по себе они все лагают. Ну да, колеса, конечно, за ручку находят, когда вы на яму наезжаете, но... Да. Арабский медик. Ну а так, в принципе, выглядит очень круто. Видите, здесь фары прям четко работают. А там они вообще не включались. Вообще никак не включались. А здесь прям именно четко смотрится. Еще этот спойлер сзади придает виду тачке. Тачка вроде бы и не задранная, и не сильно низкая. Ну, конечно, низковатая, но в меру. А так смотрится круто. Сзади только номера есть, спереди нету. Но это круто, что спереди нету. Ничего не мешает, машина смотрится охрененно. Вон еще одна бэха поехала. Я думал, надоело вот эти необычные машины. Вот это такси Марселя, потом что еще было? Такси будущего. Думал, вам надоели эти тачки. В принципе, я решил снять что-то простенькое. Конечно, у меня в запасе еще есть необычные тачки, но я думаю, вам уже стоит показать машины, какие вы сможете поставить сами и, в принципе, на них ездить. Ссылочку я оставлю в описании на эту модельку. Там просто нужно будет установить или через автоустановщик, то есть выбрать игру, и оно само установит. Или просто скачать GTA Crazy, потом там через архив скачать и через архив перекинуть себе через модпак через Crazy, короче. Я через Crazy делал. Через автоустановку что-то не захотел я делать. Мне это как-то надежнее. Через GTA Crazy я знаю, что она точно поставится. Поэтому я так и делаю. Но тачка реально очень круто выглядит. Я думаю, вы со мной согласитесь. Так, давайте поедем, я не знаю куда. Шапочка такси, видите, сбоку так находится. Вроде бы прикольненько, так необычно. Ну, чем-то напоминает Mercedes, кстати, какой я тестировал. Помните, Mercedes S500? S500 вот... Конкурент S500-му это вот этот BMW. Вы теперь можете выбрать либо эту BMW оставить, либо S500, какой я недавно тестировал. Хотя не знаю, когда я выложу эту серию, как бы я уже сегодня выложил две серии. Это, наверное, выложу уже завтра. Думаю, не нужно по 3-4 серии в день вылаживать насчет этой темы. Думаю, оно того не стоит, чтобы столько вылаживать, в принципе, чтобы вам это не надоедало и чтобы просмотры как бы набирались. Потому что не все как бы смотрят.
Так, давайте приостановимся, зелененький, проедем. Не, ну бэха, конечно, тоже такая корова, не маленькая такая бэшка. Корова такая небольшая, но коровка. Но диски вот эти прям очень круто смотрятся. Стандартные диски не так бы, думаю, смотрелись, а эти прям четко смотрятся и идеально подходят на эту машину. Багов у этой тачки вообще нету. Ну, кроме того, что ну, когда на ямы наезжаешь, немного колеса за арки заходят. Хотя, ну, посмотрите на размер того колеса, ну, как бы сами понимаете. Так, ГТР там вон стоит. Скорой помощи. Видите, сервак реально лагает, очень, причем лагает все сервера. Просто DDoS идет всех серверов, я не знаю, кто это делает. Но, блин, некомфортно иногда становится играть, чат тупит, все тупит просто. Поэтому я не знаю. Да, остановились, надо будет еще заправиться. Но так все прям охрененно. Я приехал на Долаза, но здесь, видимо, такси никому не нужно. Как бы, что-то, сколько онлайн, 450. Никто такси не вызывает, ни я подъезжал на 8 бит, тоже никто не садился. Как бы, ну, будем ждать клиентов, как бы. Находить саму на самом деле трудно, как я уже 100 раз говорил. Ну, будем ждать вызовов, потому что вызовы это самый кайф. И говорю сразу, я как бы работаю не ради прибыли, не чтобы поднять бабок, а просто для души, мне это по кайфу реально. И если что, это мой таксопарк, я могу в любой момент сменить цену за проезд даже. Но я ставлю самый низкий, чтобы люди могли спокойно, недорого доехать от точки А до точки Б. И чтобы все могли себе позволить проехаться на такси. Как бы, сами понимаете, никто за 400 рублей ехать никуда не будет. Тем более, там, не знаю, с Южного в Арзамас никто не будет за такие бабки никуда ехать. Так, тут у нас рыжики бегают. Ну, видите, никого, в принципе, нету, никто такси не вызывает. Ну, будем надеяться, будем ждать. Блин, как же классно машина стелить просто по дороге. Видите, я за это вам говорил, видите, когда на ямке нажимаете, наезжаете, колесо немного проваливается. Но так как она выглядит просто, как она стелит по дороге. Ей бы еще тонировочку, хотя в такси тонировочка, ну, такое дело, в принципе. Ну, а так, можете тебя подвезти, чувак? Такси никто не вызывал? Ну, ладно, в принципе, поехали. Ну, тачка реально круто выглядит, очень. Ну, все, походу, на маршрутках ездят, никто на такси не хочет ехать. Блин, чувак, чё так резко тормозишь? ОФК вообще ушел, молодец, красавчик. Ладно, поехал в Арзамас, попробуем там кого-то найти. Так, я катался, блин, в итоге что-то вообще ничего нету. Я приехал в больницу города Арзамаса, возможно, здесь кто-нибудь будет. Но в этом я, конечно, сомневаюсь. Что-то сегодня прям вообще людей маловато. Как бы почти только половина четвертого дня почти, но онлайн есть как бы, но люди вообще не вызывают такси, никому оно не нужно, хотя где-то часа два назад, ну, многие я возил на такси, а сейчас какая-то, не знаю, херовина, блин, никто не хочет ездить на такси. Давайте поедем, наверное, на спаун. Аким Ранов. Ты хочешь сесть, чувак, то садись. А постоять, то постой. Аким Ранов. Давайте посмотрим, какой у него уровень. Первый. Ну, понятно. В принципе, понятно. Да. О, такси. Ой, мужик какой-то. До фермы довезешь. Да. Да, садись. Мне кажется, если выкинет у него, потому что денег может не быть. Ну, посмотрим, докуда он доедет с нами. Вот мы уже подъезжаем на ферму, но проблема в том, что у меня бензина очень мало. Я не знаю, что делать. Я, наверное, не доеду назад, в принципе, до Южного. Да, вообще, наверное, не доеду никак. Поэтому не знаю, что придется делать. Но я думаю, вряд ли мне механик придет канистру. Ну, сейчас что-то придумаем. На 2 литрах я навряд ли доеду, в принципе. Ой-ой-ой-ой-ой, дрист. Ну, посмотрим сейчас, что будем делать. Вот его привезли. Лучшим, потому что бензина мало.
Удачи. Приехали. Приехали. Да. Да, выйди. Оно само. Нет. Удачи. 900 рублей. Лол. Сейчас будем пытаться доехать назад. Да, в итоге я не доехал. Вообще заебись. В итоге я до заправки не доехал вообще. Печально. Печально. Да. Бензин у меня закончился в машине. Но я знаю, что можно сделать. Можно спиздить скутер. Именно так. Сейчас быстро за канистры сгоняю. И поедем дальше. О. Погнали. Видите, сервак лагает. Ну, сейчас быстренько доедем. Купим канистру и заправим нашу машину. Так, вот я уже доехал до такси. Сейчас мы заправим его. Давайте, так. Хорошо, я хочу заправить, но не хочу на пассажирах садиться, как бы. Давай, садись. И поехали дальше. Во, там какие-то чуваки или много людей. Возможно, кому такси нужно. Спасибо. Дайте проехать такси. Так, возможно, кому-то здесь нужно такси. Я без понятия на самом деле, но возможно, кому-то и надо. Чувака завалили. Бывает. В принципе, бывает. Так. Чувака убивают вообще по-жесткому. Да. ДМ процветает. Я бы так сказал даже. Ладно, поехали. Никому не нужен такси, в принципе. Мы заправили его. Все у нас хорошо. Ну, думаю, в принципе, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на CRI и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying.